теперь стоим в связи с тем, что происходит с 27 марта стачка перевозчиков по всей России. Это площадка, где стоят московские перевозчики. Поддержку данной стачки. Значит, стачка происходит за отмену Платона, за отмену транспортного налога, за исправление законов о нормативах труда и отдыха перевозчиков, а также в связи с тем, что все эти требования выдвигаются не с сегодняшнего дня, не с 27 марта, а уже несколько лет, в общем недоверии правительству Медведева с просьбой навести правительстве порядок. Это просьба, естественно, к нашему президенту. Ну, то есть к президенту Путину вы доверяете? На данный момент да. Вопрос, как он будет себя вести по отношению к тому правительству, которое исчерпало кредит народного доверия. Но вы же знаете, что Ротенберг друг Путина, а не Медведева. А я считаю, что народ не мешает дружить Путину с Ротенбергом. Вопрос же не в их дружбе, а вопрос в том, чтобы народ мог заниматься своей работой, зарабатывать честные деньги и в дальнейшем жить честно, так сказать, и продуктивно в нашей стране. Ну, а дружить они могут сколько угодно. Ну, считается даже, что Ротенберг кошелек Путина, и, в общем-то, Медведев тут совсем ни при чем. Я вам могу сказать, что количество нефтегазовых доходов у государства таково, что кошелек есть еще наполнить, для этого не обязательно вводить систему Платона.